Глава всех государственных частных школ США на протяжении последних 150 лет. Учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символа и флага, написанной американским общественным деятелем во второй половине 19 века, с той поры не менявшейся. И только в некоторых штатах, отдельными законами штата, разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны каждый год. И это 150 лет. Я, кстати, предложил бы, чтобы у нас есть Министерство просвещения, если не знаю. Да, я предложил бы такую идею. Еще я предложил бы, как рекомендацию нашей комиссии, официально, аналогичную систему предложить в наших школах, прямо сейчас, прямо сегодня. Вот. Пожалуйста, в силу тех полномочий, которые у вас есть, попробуйте это реализовать. Коллеги, есть возражения на предложение? Еще одна комиссия. Кто за? Давайте поднимем руки. Кто против? Пожалуйста, это единогласное решение. Мы это пишем в протокол, направим внизу просвещение. Спасибо.